четверг в зале межмуниципального отдела МВД России Кашихабльске прошло торжественное собрание, посвященное Дню ветеранов органов внутренних дел. На мероприятии присутствовали управляющий делами администрации Шавгеновского района Валерий Бедоноков, председатель первичной организации межмуниципального отдела МВД России Кашихабльске Нурби Бароков, председатель Совета ветеранов Кашихабльского района Ахмед Худ, председатель Совета ветеранов Шавгеновского района Кушук Ачмиз, ветераны МВД, личный состав отдела. Со словами поздравлений к ветеранам обратился исполняющий обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России Кашихабльске Руслан Мами. Сколько бы лет, наверное, не прошло, столько столетий не отмечался бы День ветеранов, это будет, наверное, только доброй, хорошей традицией. Уже заложена на протяжении длительного времени такая традиция, что преемственность поколений, так называемая, от ветеранов молодому поколению, действующим сотрудникам, она вошла в правила. И надеюсь, что она будет идти и таким же образом. В день 25-летия, больше, конечно, смысл вложен, я хочу в первую очередь поблагодарить наших ветеранов за их работу, за их труд и в рядах, и уже будучи ветераном. Надеюсь, что та связь, которая имеется на сегодняшний день, она только будет продолжаться, укрепляться. Спасибо вам большое за ваш труд и дай Бог вам здоровья, 100 лет жизни. Далее слово взял председатель первичной организации межмуниципального отдела Нурби Бароков. Он отметил, что ветеранская организация межмуниципального отдела МВД России Кашихабльске насчитывает в своих рядах свыше 80 человек. Совет ветеранов и ветеранская организация вносит свой вклад в деятельность отдела полиции, принимая активное участие в работе по предупреждению и раскрытию правонарушений, воспитанию молодых сотрудников, пропаганде правовых знаний среди населения, формированию в работе позитивного отношения к органам внутренних дел. В своем выступлении Нурби Бароков подчеркнул, что последние 5 лет ветеранская организация занимает второе место среди ветеранских организаций МВД Республики Адыгея. Таких результатов Совет ветеранов добивается благодаря огромной поддержке глав муниципальных образований Кашихабльский район и Шавгеновский район. В завершении своего выступления он отметил, что праздник ни в коем случае не является формальным, так как он посвящен людям, которым довелось работать не в простых политических и экономических условиях, чьими заслугами могут гордиться потомки. И сегодня с уверенностью можно говорить о том, что только у страны, которая помнит и гордится своими ветеранами, старшим поколением, есть будущее. После чего председателю ветеранской организации был вручен вымпел. Отдел МВД России Кашихабльске уже 5-й год подряд занимает почетное 2-е место. Будем стараться, конечно, первыми всегда. Вот. Поэтому от ветеранской организации вот такой вот вымпел Нурби Масхунович. Мы постараемся в этом году удержать и выйти вперед. Удержать и приумножить, выйти на первое передовое место. К ветеранам МВД со словами пожелания обратились председатели Совета ветеранов Кашихабльского и Шавгеновского районов. Также за многолетний труд и большой личный вклад в обеспечение общественного порядка и борьбе с преступностью ветеранам были вручены благодарственные письма. Приказом начальника межмуниципального отдела МВД России Кашихабльске почетными грамотами был награжден ряд сотрудников. На этом торжественное собрание завершилось.